И мои подписчики, гости моего канала Афроманго Мукбанго. Очередной мукбанг, блины с вареньем. С песком. И с песком. Потому что варенья мало. Одна ложка варенья на один блин. Потому что варенье жидкое, посмотри. Жидкое? Вообще ягод нет. Нет, там одни перемолотые ягоды. Так варенье нет. Там не одни перемолотые ягоды. А как? А как? Там сиропа сколько? Ну ты ж не сиропа знаешь сколько. Сиропа больше, чем ягод. Сиропа больше? Это как? Так, две ягодки. Плавает, да не может падает. Быть. Ты что, нет. Там перемолотый именно. Как же варят варенье-то? А, ну какое, оно тоже густое. Как нет? Холодные блины. Только что из холодильника. Блины. Не переворачивай. Держи его вертикально. Да. То есть горизонтально держи. Ну что, вытечет? Я уже так одну ложку положил. Все равно вытечет. Разве? Конечно. Уже. Впиталось уже. Ну жидкое варенье, говорю же. Да. Там лимон положила. Ага, я вижу. Ну, вкусные блины. Здесь можно. Против, что ли, сказала? Я их купила, чтобы кушать, а не только смотреть на них. Ай, блины. Блины, блины. Даже соленой рыбы. Да, соленой рыбы так. И этой. Копченой. Входят в национальные кухни. Русская, молдавская, американская, австрийская, украинская, французская, осетинская, ингушская, чеченская кухня и другие. Молдавская. Да. Пекут. На листнике. Палачинки. Белоруссия. На листнике. Палачинки. На листнике. Слышишь? На листнике. Болгарские палачинки. Палачинки. Папачинки. Знали, да? Мы не знали. Гера закарпатские папачинки. Да. Знали бы об этом. Польские на листнике. Белорусские налистники, да. Монгольские гамби, индийское блюдо, и доса какая-то, угу. Эфиопские энджера. Да? Энджера. Энджера, да. 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 Древнерусское блюдо. Да.
происходит от слова млин. А не блин, от блин происходит от млин. Мелю, молоть. Потому что мы молоть, да. Угу. Ну что, кухня, блины появились не последние 9 века. Да. Это очень далеко. Угу. До сих пор люди блинчики едят с удовольствием. Угу, да. Из гречневой муки еще блины есть. Я знаю. Немножко интересно. Да. Сейчас я делаю обед, как это возможно. Конечно. Да. Так что... От слова млин происходит блин. Да. Знаешь, как интересно. Намазал все. Угу. Все намазал. Блины все намазал. Вот последний намазал, все. Я говорю, все мазал. Да. И все. Да. Вот твой разрыхлитель что делает? Чего? Разрыхлитель. Ну так это разрыхлитель уже современное средство. Для придания изделия из теста пористой структуры. А блины раньше делали на этом, на дрожжах. Тесто должно подойти правильно. Блинная мука. Угу. Помню, помню. Блинная мука продавались, да. Разрыхлитель это сода, видишь, написано. Да?
блинц. Блинц, да, блинц. От слова блинец. А вот один блин. Пижмовые блины. Из пижмы. Панкейк. Панкейк. Слово панк. Они не грязные, а мыл. Это выбросить? Нет. Надо, я все съем. Налей, пожалуйста, чайку. Спасибо. Панк! Кто? Мама, съел. Все, блин. С вареньем. Да? Но не так уж и мало. Не знаю. Вот дрожжевые, вот это... извиняюсь, с дрожжами это оладьи называются. А без дрожжей это блины. Поняла, с да? С дрожжами оладьи? Да. Вот читай. Ладно, оладьи. Все. Хорошо, я поняла. Древнегреческое переводится как масло. Масло переводится. Мучные изделия, выпекаемые, обжариваемые, дрожжевое тесто на сковороде. Видишь? С дрожжами это уже оладьи. А без дрожжей это блины. Разница, видишь, какая? Ну да, потому что ингредиенты разные. Ингредиенты схожи, но видишь... Там дрожжи, а здесь без дрожжей. Вот и все. Как схожи? Они не схожи. Как не схожи? Они по вкусу разные. Дрожжи это дрожжи, дрожжи это маленькие самые грибы, которые подходят этим. Нет, я и... тесту зайти. Да. Ну, дрожжи, что это такое? Это грибы. Ну да, да. Ну да, а разрыхлитель это что? Оладьи это грибы, ой. Это разрыхлитель, это грибы? Нет? Нет. Ну так вот, ты читаешь и не понимаешь. Чего я не понимаю? Ну хорошо. Ну оладьи, ты видишь, вот они, я оладьи вижу, толстые. Я вижу. А блины какие тоненькие. Так я поэтому и говорю. Ну. Ты говоришь, в чем разница? Я тебе объясняю, в чем разница. А я тебе сразу сказала, что это самое на дрожжах люди пекли. Ну вот одна, они пекли на дрожжах не блины, а оладьи делали. Ну ладно, дрожжах. Ладно, все. Успокойся. Объяснила все. Чего нервничать? Сырники. Оладьи из творога. Пампушка. Угу. Пампушка, не знаю. А, вот пампушки вот такие вот, да. А, это... Ну, я понял, да. Пампух. Вид пышки. Эти пампушки уже украинская кухня, видишь? Тоже из дрожжевого теста. Да. Вот к борщу это пампушки эти. Они выпекались, они жарились, видишь? Угу. Да. На Украине пампушки подаются к борщу. Только что сказал. Чесноком. Ага. Угу.
Этим папушки, да, вкусные. С вареньем. Да, с вареньем, да, они. И желтенькие, красивые, яйцо, наверное. Яйца там, наверное, много. Конечно. Пампушки. Они из сдобного дрожжевого теста делаются. На яйцах, молоке и масле. Варят на пару. Допекают в духовке до легкого колерования. Да. Так, интересно. Подают большой говядиной с подливкой, с жареным луком. Или чеснока. Это очень вкусно. Ой, как вкусно. Напился, наелся. Хорошо, да? Угу. Блинчики с вареньем вкусно. Угу. Это всегда было вкусно. Конечно. Блинчики с вареньем. Угу. Ну, если тебе, блин, не понравится, можно еще купить. Чем не так дорого. Вот за эти я заплатила 160 рублей почти что. Я не понял, они на развес, что ли, или пачкой продаются? Нет, они за килограмм стоят 145. Вот, а если они там добавка есть или больше килограмма, то на по весу. Понятно. Понятненько. Ясненько, понятненько. Ну все. Сколько там видео идет? 18 минут. Нормально. Давай. Ну все. До следующего мукбанга. До завтра. До свидания, дорогие наши подписчики, подписчицы и гости моего канала. Все. Подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии, задаем вопросы под видео. Не забываем нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Все. Всем здоровья и добра. До завтра. До завтра. Спокойной ночи. Спокойной ночи.